Superfly. Też Rekal. Very unpredictable. Команды. Здесь ребятки, которые же последние песни, которые никто не выбрал, вообще ни один человек. Вот мне интересно, мне вот интересно теперь послушать эту песню, учитывая, что ее никто не выбрал. Tamashii Revolution. Это Google переводчик. Что на японском написано? Поставь, да. Да. Ajama 18, Anda Tomaki, Hinju Sukai. Все, уже началось. Песня классная. Песня сложная, да, очень. Главное, блин, еще рэпер туда попали. Как мне повезло. Кого Казума и Такахиро. Такано Акира, Цубаса. Цубаса это который маленький самый. Который танцор. Да, он самый младший. Главное, по нему не скажешь, что он прям такой малышный. Но факт. Поэтому они тут тоже танец добавили, что... I hope they did well. Ааа, так и хорошо. О, блин, это же симптичный. А, да, я помню, Казума. Вот он, Цубаса, да. Танцор. Дэнс, дэнсер. Thank you.
домашнего. Я не пау в дэнс, но я должен показать, как я... Мы танцоры, мы не певцы, но мы, кроме танцев, мы также тоже можем петь. О май гад, it's so difficult for them. Песня очень сложная. Но они молодцы, мне понравилось. Да, они хорошо справились, потому что действительно песня сложная, она... Пение мне понравилось даже больше, чем... Ну, в смысле, она такое, знаешь, позитивное как будто. Да, там... как-то налегке даже, на потому что и у меня тяжело было им петь как-то, они так этот... Хотя то выступление тоже хорошее, у них очень так просто. И одежда, вот это вот все, и вот эти вот стойки с микрофонами, все как-то очень посмотрелось классно. Молодцы, обе команды хорошо... подготовились. Результат, смотри, 358 против 35. Вообще шок, да? Ну, это когда за команду голосовали. Окей. Он на седьмом месте. Мне нравится вот в японской версии продюс то, что они вот эту первую ну, как бы, миссию сделали такой. То есть не просто там выходят парни и выбирают, набирают себе команду. Да. А что они так всех перемешали, и получилось интересно. Такие, да, очень-очень сбалансированные команды получились. Поэтому это прям хорошая была идея. Все классно. Да. Так что, да. Молодцы ребята, хорошо постарались. Да. У нас осталась последняя реакция.